Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Это спрашивали у себя все правители России. И сколько пить народу? Разреши пить много и сделай водку дешевой, сопьются и вымрут. Запрети торговлю водкой, опустеет казна. Если бы можно было посадить за один стол всех советских правителей и предложить им выпить беленькой, то Ленин бы от рюмки отказался. Не стоит, товарищи. Сталин попросил бы себе немного любимого грузинского вина. Финандоли, пожалуйста. Сталин любил поговорить с пьяным партийцем. Очень любил. Сам Сталин был всегда трезвый. А вот Хрущев бы от беленькой не отказался. Почему бы и нет? Но вытащил бы собственную тару, чтобы не упасть салат лицом. У Никиты Сергеевича то охота, то поездка по стране, и потом в компании, то есть чуть ли не ежедневно. Брежнев тоже не дурак был выпить. Ну, за вас, друзья мои. Конечно, пока позволяло здоровье. Официальная хроника сохранила для нас немного кремлевских банкетов, обставленных пышно или с нарочитой скромностью, в зависимости от статуса гостей и настроения верхушки государства. Снимать их начали при вожде народов. Ленин всегда был против демонстрации гражданам кремлевских застолий, да их особо и не было. Ленин был страшно напуган одной картиной, которая развернулась перед его глазами. Как рабочие и матросы разгромили склады с алкоголем, да, с водкой, с той же. Из чанов текла водка прямо ручьями по улице. И люди, как животные, стоя на карачках, лакали. Да, там и матросы, и революционеры. Сам Ильич ценил хорошее пиво. До 17-го года он много времени провел в Швейцарии и Германии и любил пропустить пару кружек этого слабоалкогольного напитка. В октябре 17-го года он отменил абсолютно все царские законы, кроме одного – сухого, который был введен в 1914 году. Первая неделя после объявления сухого закона прошла в винных погромах по всей России. Озверевшая толпа крушила питейные заведения и рвалась к алкоголю. Полиция вынуждена была открыть огонь. Были закрыты сотни спиртовых заводов. Только в Москве работу потеряли 100 тысяч рабочих. Простые люди были обижены, ведь пить запретили только им. Уже осенью 1914 года вышло распоряжение властей об исключительном праве продажи вина для ресторанов первого разряда и аристократических клубов. То есть богатые граждане могли принять на грудь в закрытых для плебса кабаках. Никакого протрезвления, конечно, не случилось. Москва и Петербург подсели на кокаин. Он в то время свободно продавался в аптеках. А деревня подключила народную смекалку. Да, официально, конечно, стали пить меньше. А фактически, ничуть не меньше, за счет мгновенно расцветшего буйным цветом самогоноварения. Ленин писал про 5 признаков революционной ситуации, но не учел 6-го. Русский народ не любит, когда ему запрещают выпить. Если шли какие-то запреты на водку, то, естественно, возникали бунты, возникали революции. И некоторые ученые посчитали даже, что все, так сказать, мероприятия, связанные с переустройством государственного строя, так или иначе связаны с водкой. Первые месяцы после октября 17-го проходят в алкогольном дурмане. Грабь награбленная, и прежде всего бери, наконец, спиртное. Чаны со спиртом лезли лицом, это лицо потом сгорало, да, человек без лица оказывался. Вот что пишет о тех временах Варлам Шаламов. Я сам помню, своими глазами видел разбиваемый водочный магазин на Тверской пьяной толпой. На Пушкинской площади толпа окружила милиционера, велела ему плясать, и милиционер плясал. Страна перед лицом финансовой катастрофы. Большевики не знают, как заполнить казну. Страшная инфляция, безработица, безнадега. Иду по улице,
голодные, измученные лица в очередях, такие, что сердце разрывается. Кто им поможет? Нарком Сокольников, экономист европейского класса, придумывает какие-то немыслимые выходы из сложившейся ситуации. Но все кажется напрасным и неработающим, пока наверху не рождается идея, не восстановить ли государственную монополию на производство и торговлю спиртным. Как это сделал в конце 19 века Витте, которому нужны были деньги на разные реформы? Главным противником выступает Троцкий. Под нормальным лозунгом. Ребята, вы что, хотите споить народ? Но несмотря на то, что Троцкий был вторым человеком в государстве и партии, алкогольное лобби его побеждает. Но водку сразу не разрешают. Для начала народу позволяют размяться напитками, чья крепость не больше 20 градусов. Для того, чтобы пополнить бюджет, пополнить казну. Но... как правило, так нельзя говорить. То есть это всегда подразумевается, и сейчас тоже, когда какие-то законы принимает наша Дума, чаще всего это преподносится как забота о народе. В 23-м Ленин уже не выезжает из горок. Окруженный врачами, с глубокими поражениями кровообращения мозга, он уже не способен не то что на борьбу, на обычную связную речь. Отец революции не понимает, кто с ним рядом, кто он и где находится. Но Троцкий упрямо использует его имя в борьбе за продление сухого закона. Хорошо, пусть пьют напитки по 20 градусов, но 40 градусов – это смерть нации. Всякий раз апеллировал к мнению Ленина. А мол, Ленин тоже так считает. Но Ленин умер. И не прошло 2 месяцев, как сухой закон отменили. Глубокое горе от потери вождя революции сменилось у граждан радостью. Стали делать и продавать легально крепкие напитки. Ну, желаю вам мора, пожара, гибели от дурной болезни, разных несчастий, разорения избежать. В руках Бориса Родионова казенное вино графа Витте. Так называлась тогда водка, выпускать и продавать которую с 1895 года могло только государство. И бутылка, внедренная в народ большевиками. Точно такая же этикетка практически. Ну, бутылка побольше. Абсолютно. Но только центраспир. Доктор Барбиндаль, послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Новоблагословенная. Мы несколько раз смотрели этот фильм, действие которого происходит зимой с 24 на 25 год. И гадали, что это за водка такая, новоблагословенная. На улице Новоблагословенной располагался казенный склад номер 1, который выпускал в царское время, а потом уже и в советское время выпускал вот это хлебное вино, опять же, по современному водку. Кстати, по этому адресу и сейчас располагается завод «Кристалл» знаменитый. Но профессор не советует пить коллеге продукцию новой власти. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. То есть гонит самогон, который гораздо вкуснее и полезнее, чем спиртяга, разбодяженная водой с улицы Новоблагословенной. И вот эта первая рыковка, она была 30-градусная. И вот о ней как раз и Барменталь говорил. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Народ хлынул в водочные магазины. Казна стала пополняться. Алексей Рыков празднует победу. Новая власть наконец-то стала собирать хоть какие-то налоги. Кроме этого, крепкий алкоголь сыграл еще одну важнейшую роль в управлении государством. Все сразу как-то успокоились. Наступила, как принято сейчас говорить, стабильность. Был такой старый большевик, которого называли совестью партии. Арон Сольц был активным участником репрессий и весьма кровожадным товарищем. Кончил жизнь в психушке. Но ему принадлежит удивительно точное и ясное по мысли высказывание. Когда окружающая жизнь тяжела, когда нет силы надежды ее изменить, то является желание вообразить ее, представить себе ее иной. Для этого надо усыпить разум, утихомирить силу критики. Это и достигается алкоголем.
Желаю, чтобы все. И вам того же. Сталин-то особо не скрывал. Он и писал в 30-м году, что мы должны пойти на максимальное увеличение продажи водки. Ну, это источник финансовых средств. За водочные деньги прошла индустриализация. Были построены все главные заводы страны, которыми мы пользуемся до сих пор. Вот такой удивительный продукт. Ведь на хлебе или сыре таких денег не собрать. Такого не построить. Сталин является автором множества коварных и хитрых политтехнологий. И первым советским правителем, который вовсю использует застолье с водкой в личных и государственных интересах. Сам вождь народов, как мы уже сказали, пил вино и в скромных количествах. А вот окружение свое щедро подчивал водкой. Это были посиделки на вылет. Сталин следил за каждым и делал выводы. Конечно, ему было интересно, когда его гости выпивали. У них развязывались языки. Знаешь, как говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Приглашенные на ужин к Сталину знали, он не хочет, чтобы они блюли протокол и вели себя прилично. Каждый непременно должен по-свински напиться. Да здравствуй, товарищ Сталин! Об этом Хрущев пишет, что мы всегда ехали на ближнюю дачу к Сталину на ужин, да, со страхом. Не со страхом, что там что-то случится там, а со страхом, что мы можем что-нибудь брякнуть. Да я тебя поцелую. Да что мне с тобой целоваться, с Конопатом? Роль подливала чаще всего играл Лаврентий Берия, который отчитывал любого партийца за нерасторопность в отношениях с бутылкой. Берия всем подливал и говорил, раньше напьемся, раньше разойдемся. Ну, он и плясать заставлял там друг с другом, вальсы танцевали, члены Политбюро. Это чисто мужская была такая, мужские посиделки. Высшие чины Красной Армии считали себя способными выпить много и при этом оставаться, как говорится, при полном параде. Долгие годы изматывающей службы Сталину предполагали ежедневные тренировки. Ну, почему-то считалось более престижным пить коньяк. Водка, мол, для одних, коньяк для других. Но все же во время сталинских посиделок наши маршалы иногда становились тепленькими. Им казалось, что грань между ними и вождем стерлась. Они обращались к нему по-дружески, говорили о том, что их беспокоит. В пьяном виде Рокоссовский проговорился Сталину, что немцы сильнее России. А откуда ты знаешь? А я знаю это от Якира, сказал Рокоссовский. А мы знаем, что Якир и Тухачевский в это время находились в генеральном штабе, при генеральном штабе Германии, и занимались спецподготовкой германских войск. Сталин отложил это себе и приказал срочно разработать Тухачевского и Якира. Результатом этих возлияний у Сталина стало пухлое дело на Тухачевского. Стало известно, что этот маршал думает о предстоящей войне и неравных силах Советского Союза и Германии. Тухачевского расстреляли. Якира тоже. Рокоссовского просто отправили посидеть в ГУЛАГ, где он провел 3 года. С 37 по 40. И только в 41, когда началась война, Сталин вспомнил о нем. Да, это был пьяный разговор. Да, это была пьяная трепотня. Но эта пьяная трепотня стоила Рокоссовскому 3 лет лагерей. Я рад приветствовать героический народ дружественного Советского Союза и его гениального вождя, генералиссимуса Сталина. Сталин использует крепкий алкоголь не только среди своих, но и накачивает спиртным зарубежных гостей. Однажды в Москву приехал руководитель Монгольской республики Чойбалсан, который привез с собой молодого Циденбала.
Циденбал считался его преемником и действительно будет править потом Монголией 40 лет. Но пока он хозяевам Кремля не знаком. И Сталин принимает его в свой круг любимым способом. Сталин сказал, мы очень хорошо знаем товарища Чайбалсана. Это наш проверенный товарищ. Но мы хотели бы проверить и нашего молодого товарища Циденбала. Пусть товарищ Циденбал нальет нам так, как он считает нужно. До самой старости Циденбал будет вспоминать и даже зафиксирует это в своих мемуарах, как он не растерялся и выбрал для вступления в круг Сталина коньяк. Взял самые большие фужеры и налил коньяка. Значит, и перед всеми поставил одинаковые фужеры, наполненные коньяком. Значит, после чего Сталин выпил и сказал, товарищ Циденбал, это тоже наш проверенный товарищ. Слава гениальному вождю трудящихся всего мира, лучшему другу, отцу и учителю монгольского народа Иосифу Виссарионовичу Сталину. Если Сталин все же мог иногда шарахнуть стакан коньяку, то как оставаться при этом трезвым? Тайная лаборатория НКВД в начале 30-х разработала специальную таблетку, которая моментально выводила из организма алкоголь и позволяла оставаться человеку трезвым. И несмотря на то, что Сталин не любил врачей и боялся принимать лишний раз какие-либо медицинские препараты, активно этим средством пользовался. Она влияла и в организме задействовала тот механизм, который делал человека трезвым. Она действовала на почки. И в результате человек просто-напросто трезвел моментально. Почему же такие таблетки Сталин не порекомендовал принимать главному забулдыге Кремля Алексею Бадаеву? Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР имел патологическую страсть к водке с ранней юности. Бадаев родился в крестьянской семье, образования никакого не получил, как-то вынесло на самый верх, пил много, не просыхая. И странно, что карьере это не мешало. Все бы шло ничего, если бы он продолжал пить, как тогда рекомендовалось. Хочешь надраться, запри комнату изнутри, ключ выкини в окно и пей, сколько влезет. Поначалу так у него и было. Но в 43-м Алексей Бадаев попал с официальным визитом в Монголию. И там ему закатили пышный прием. Монголы в этом на нас похожи. Они тоже гордятся своей водкой и любят выпить. И Бадаев нашу делегацию опозорил. Надрался на очень важном, ответственном приеме. Хулиганил, то есть вел себя неподобающим образом. Его монгольский вояж будут разбирать потом на заседании ЦК ВКПБ. Протокол гласит, товарищ Бадаев, будучи пьяным, терял чувство всякого личного достоинства и в своем антиморальном поведении опускался до того, что неоднократно приставал к женщинам и требовал, чтобы ему доставили баб для разврата. Но почему-то Сталин его не отправил в лагеря, не выгнал из власти с волчьим билетом. Бадаев еще посидел в ЦК, а потом за склонность к алкоголизму получил в управлении трест главпива. Тогда этот скандал прогремел на всю страну. Несчастный человек, крестьянин Орловской губернии. Никогда не пробовала, боюсь. Согрейтесь. Ну, капельку. Ну, ты, видать, не смог, Лёх. Ну, раз. Ну, ты готова. Ничего. Не умеешь пить? Не берись. Есть такие профессионалы этого дела, что угнаться за ними невозможно. Тем более, если ты иностранец, а тебе устроили проверку русским гостеприимством. В апреле 1941-го в Москву пожаловал министр иностранных дел Японии. Уже пахло войной, и Сталин понимал, Япония тоже может стать врагом и атаковать Советский Союз на Дальнем Востоке. Сталин с Молотовым очень много сделали для того, чтобы заключить с Японией договор о нейтралитете, чтобы Япония на нас не напала.
Во-первых, Сталин выказал высокому японскому гостю невиданное почтение. Лично встретил и проводил. Это был сигнал для всех держав. Смотрите, вам такого не видать. И организовал прекрасный прием. А во-вторых, пустил в ход нашу водку. Непривычный к подобного рода напиткам, Мацуока окосел очень быстро. Официальную часть сделали короткой, а вот совместные возлияния бесконечными. Министр иностранных дел достаточно быстро признал в рябом вожде ненавистного СССР лучшего друга. В результате переговоров 13 апреля подписан пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. Они напоили Мацуоку так, что им пришлось его вносить в вагон, а перед этим они втроем пели песню «Шумел камыш, деревья гнулись». Для Сталина водка, она была инструментом политической работы. Вот, причем как во внутренней политике, так и во внешней политике. А еще вождь народов любил использовать коньяк. И особо ценил армянский, сорт отборный. Он был гордостью Армении всю советскую эпоху. Настоящий алкогольный шедевр, который простые граждане страны Советов, конечно, не пили. Поступал он только в пару московских магазинов, стоил очень дорого. Но в Кремле всегда лился рекой. Черчилль его даже спутал с французским. Сталин был очень доволен. Поэтому мастер-винодел, который сделал этот коньяк, получил сталинскую премию. Отборный Черчилль попробовал в августе 42-го, когда прибыл в Москву для обсуждения вопроса открытия Второго фронта. Этому предшествовало полное раздражение переписка со Сталиным. Два лидера государств никак не могли договориться. В Москве переговоры быстро зашли в тупик. Сталин требовал через год, через Ла-Манш, а Черчилль говорил через три года и желательно из Египта туда, в Италию, с юга, да. Ну, Сталин человек кавказский, опять же, он понимает, что он все-таки хозяин, а это гость. Ну, подходит к Черчиллю, обнимает и говорит, есть хорошая идея, не выпить ли нам. Положение наших войск было катастрофическим. Немцы уже приближались к Волге. Жители Советского Союза были в панике и связывали с открытием Второго фронта все надежды. Но Черчилль считал это преждевременным и еще не продуманным. Сталин предложил Черчиллю алкогольный марафон. По сути, соревнование. Кто больше выпьет? Пили, наливая по полфужера почти до утра. Это записано было со слов маршала Голованова, главного маршала дальней авиации. И он говорит, и я со страхом говорит, смотрел на Сталина, значит, выдержит ли он этого. Черчилль мог довольно много принять. И если они выпивали один на один, то они должны были пить ровно. Сталин пил на равных. И первым действие армянского коньяка ощутил бывалый Черчилль. Для вождя народов это была политическая победа. И Сталин сказал генералу Чайкову, по-моему, ты что думал, что Сталин там родину просрет? Такая фраза была, грубо говоря, да? И вот дальнейшие все взаимоотношения Сталина с Черчиллем показывают, что Сталин после этой пьянки стал относиться к Черчиллю очень, не то что надменно, но с ухмылочкой с такой. Это еще не законченные алкоголики, а по определению врачей бытовые привычные пьяницы. Беда в том, что грань между этими понятиями зыбка. Хрущев критиковал почти все, что было связано с именем Сталина. И, само собой, его алкогольную политику. Ему кажется, что лучше, если бы граждане пили виски. Советские виски изготавливаются из высококачественного зерна, ржи, кукурузы и сушеного ячменного солода. Я так понимаю, кукуруза – это была тогда дань, мода тогда была. Это был конек Никиты Сергеевича. В 58-м Никита Сергеевич Хрущев закручивает алкогольные гайки. Водку теперь продают не раньше 10 утра, и цены на нее повышают. В
отличие от Сталина, Хрущев никогда не использовал водку для манипуляций партийной элитой. Не делал из пьяных разговоров выводов, за столом приговоров не выносил. При этом разные представители политической элиты тех лет вспоминают, что он мог устроить им полный разнос, а потом пригласить за стол и позволить снять стресс алкоголем. Как бы демонстрируя, что работа закончена, и сейчас они почти семья. Выпивали, закусывали вместе, и все. Как-то вот это сходило на нет. Это политика кнута и пряника такая. О рюмке Хрущева ходит немало легенд. Нам удалось установить, что сделали ее по спецзаказу в Гусь-Хрустальном. У нее очень толстое дно, и входит в нее не обычные 40-50 граммов, а вдвое меньше. Хрущев всегда сознательно ограничивал количество выпитой водки. Хотя в его политической биографии было много моментов, когда хотелось, как говорят в народе, нажраться. Им наливали эту рюмку, с виду она всегда была полной. Вот. Но он так пил потихоньку. Тем не менее, за границей Хрущева считали человеком сильно пьющим. Всему виной были его простые, граничащие с бескультурьем манеры. Выступление на сессии ООН, понебратское обращение с лидерами держав, часто глупый, как будто поддатый вид. В 62-м иностранные газеты писали, что приказ о размещении 80 ракет на Кубе советский лидер отдал точно с пьяну. Весь Тихоокеанский флот Америки поднялся и окружили уже Кубу. Америка боялась удара ядерного пьяного мужика из Советского Союза. Проблема была еще в том, что во время официальных визитов за границу Хрущев пил не из своей миниатюрной рюмки. Наши сотрудники протокола стеснялись просить поставить ее на стол. За рубежом там со своей рюмкой не всегда удобно бывает. Там уже что поставили, того и пьют. Первый секретарь Центрального комитета партии товарищ Хрущев принял товарища Мао Цзэдуна и членов китайской делегации. То Мао в гости к нам, то наша делегация в гостях у Мао. Наши лидеры называли друг друга братьями. Приемы закатывали масштабные. И в Китае Хрущеву приходилось тяжело. Пить приходилось очень много. Репутационные потери были немалы. И особо тяжелым похмельем кончился для Никиты Сергеевича визит в Советский Союз Фиделя Кастро. Об этом даже сняли документальный фильм. Кубинский лидер и кремлевские шишки выехали на зимнюю охоту. Валялись в снегу, бросались снежками, резвились, как дети. А тут как раз потянуло дымком. Нет лучше отдыха, как у лесного костра, да еще за русским самоваром. То, что за фляжечкой в Завидове последовали уже ящики коньяка и водки, конечно, осталось за кадром. Но вот что удивляет. Несмотря на то, что Хрущев напивался редко, на застольях всегда был со своей маленькой рюмкой, он не заметил, что у него под носом зреет настоящий заговор. Ведь свергли его те, с кем он часами сидел за одним столом. Пивали с Брежневым в одних компаниях, там, но при этом Брежнев смог сформировать оппозицию, да, сформировать вот этот вот участников заговора, штаб. 17 апреля 1964 года Хрущев собирался на празднование своего юбилея. Генсеку исполнялось 70 лет. В Кремле был намечен широкий шумный праздник. А перед этим он многократно говорил, что он не прошлое руководство, вот ему 7 стукнет, и он в тот же день подаст в отставку. Но слово своего Никита Сергеевич не сдержал и ушел с высокого поста лишь полгода спустя, да и то не по собственной воле. Банкет в честь 70-летия стал для него самым пьяным в жизни. Видимо, перебрал он тогда от того, что наконец-то почувствовал, что дни его на политическом Олимпе сочтены. На этом приеме по поводу своего 70-летия, приеме в Кремле, на котором были послы, зарубежные журналисты. Он напился до той стадии, когда вдруг внезапно побелел и рухнул, и не двигается. И во все столицы стран мира полетели взволнованные телеграммы «Смерть Хрущева».
И мир был уверен, что Хрущев скончался примерно 24 часа. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! Пришедший к власти Брежнев пил уже гораздо больше. При нем ассортимент выпускаемой водки расширился. Было 6 сортов, а стало 15. Леонид Ильич предпочитал зубровку в различных таких оригинальных упаковках. Он очень любил различную изящную упаковку, любил дарить иностранным разным высокопоставленным товарищам. В эпоху Брежнева водка вошла в разряд подарков. Советский Союз продолжил внедрение водки на Запад. Экспорт беленькой начался при Хрущеве, но при Брежневе заметно активизировался. Американцы построили у нас заводы по выпуску пепси-колы, а в обмен предложили активную продажу в США столичным. Начался массовый экспорт. Примерно он составлял от нашего общего объема где-то одну треть. И начали во всех каталогах, западных журналах, везде реклама пошла столичная, московская. Такой ледик был, банка черной икры, там всегда красные икры. Но когда советские войска вошли в Афганистан, столичные объявили во всем мире бойкот. Бармены демонстративно разбивали ящики с ней на глазах у репортеров, сливали советскую водку в унитаз. Вуди Аллен первым там был. В этом деле там показывал перед телевизором, как он там выливает в канализацию в советскую водку. Брежнев был мужчиной высоким, можно сказать, упитанным. Принять на грудь мог много. До того, как его разбил инсульт, пил каждый день, часто ставя себя и окружающих в неловкое положение. Уже упоминавшийся нами монгольский лидер Юмджагин Сиденбал как-то раз Леонид Ильич должен был награждать его орденом Октябрьской революции, насколько я помню. Вот. А он никакой. Пришлось Леониду Ильичу говорить, что вот он заболел, что он не может. В эпоху застоя москвичи считали, что члены Политбюро пьют какую-то особую водку волшебного качества, сделанную в секретном спеццехе завода «Кристалл». Ну, просто были уверены в том, что для Кремля, для правительства, для определенных делается специальная водка. Но на самом деле никакой особой для шишек водки не было. Хотя на заводе «Кристалл» был действительно цех, в котором водку разливали вручную. Вот и вся секретность и элитность. Я бы не сказал, что там какая-то спецочистка, да, больше легенда, больше вокруг этого разговоров. Скорее всего, это просто был хитрый маркетинговый ход, действительно, ручной розлив. Ну, надо сказать, что на советских заводах стандарт был такой высокий, что, в общем-то, водка определенного стандарта, да, она была по качеству всегда хорошая. Пришедший к власти Юрий Андропов навсегда запомнился народу удивительным по щедрости подарком. Понизили цену на водку. Уцененную беленькую стали ласково называть Андроповкой. Но справедливости ради отметим, что понизили стоимость водки самого плохого качества. Водка приличная осталась в той же цене. Андропов пил немного, был больным человеком. Говорят, что не позволял себе выпить даже стоя на мавзолее во время демонстраций. Хотя все, кто были рядом, заряжались, чтобы не замерзнуть с самого утра. Там у них были столики, стаканчики и глинтвейн. Вот, теплый, подогретый глинтвейн, который специальный человек, пригибаясь, чтобы его не было видно, он его разливал там всем. Сейчас этот человек трезв. Острый алкогольный галлюциноз и белая горячка – результат хронического запоя, выход из которого один. В 1984 году в стране начинается уникальный эксперимент, добро на который дает комиссия по борьбе с алкоголизмом, в которую входил председатель Госплана Николай Байбаков. Наши ученые решают сделать беспохмельную водку, беленькую, которая не вызывает привыкания и алкогольных психозов. Словом, водку абсолютно безвредную. Уже понимали, что нельзя строить коммунизм и при этом спаивать народ. В качестве подопытного региона выбирают Северо-Эвенский район, где проживало всего 12 тысяч людей. И почти все мужчины были законченными алкоголиками. Пили и приезжие геологи, и другие специалисты.
и не только водку. Предпочитали перегонять в спирт этадету, это мазь от комаров. То есть выносили лом на мороз, 30-градусный, 40-градусный, лили на него дету, вся фракция к лому примерзала, а с кончика лома уже капал чистый спирт. Наши ученые привозят на север новую водку, которая называется «Золотое руно». Перед этим она проходит проверку в кабинете Байбакова. Председатель Госплана приглашает на дегустацию секретаря ЦК Николая Рыжкова. Водка непривычного коричневого цвета. Ученые добавили в нее много трав и выжимку из виноградных косточек. Так называемые адаптогены – чудо-вещества, которые позволяют напиться без ужасного похмелья. Они эту бутылочку распили в кабинете, закусили яблочком. А на следующий день Рыжков поделился с Байбаковым, что он себя чувствует хорошо, можно выйти на работу, голова не болит. Жители Севера прозвали чудо-водку «Золотое руно» шерстью. «Что пил?» – спрашивал один оленевод другого. «Шерсть! Пол-литра!» – отвечал другой. И через год специалисты зафиксировали резкое уменьшение количества белых горячек и снижение преступности по пьяни. Не было никаких алкогольных психозов. Вот это называется, все в целом называется экспериментом века. Вот это золотое руно меняло даже генотип у эвенов. То есть они уже превращались по метаболизму алкоголя, превращались в европейцев. Профессор, руководящий экспериментом, поехал доложить об успехах в Москву. Но там уже у власти был Горбачев, который пытался протрезвить страну и объявил, как Николай II, сухой закон. Эксперимент с беспохмельной водкой велели свернуть. Золотое руно выпускать перестали. Но говорят, что чудо-водка, от которой никогда не болит голова, еще долго была лучшим презентом для обитателей Кремля. Она стала расходиться по своим, по блатным. Малая авиация хорошо была развита на Колыме в советские годы. Вот они приезжали в Венск якобы специально за этим золотым руном, этой экзотической водкой. Пьянство – бой. А его не выиграть кавалерийским наскоком. Нужно терпение, долгая упорная борьба. И она ведется. Сухой закон Горбачева, конечно, был полной профанацией. Люди как пили, так и продолжали. Только в ход пошел самогон и всякие суррогаты. На безалкогольных свадьбах наливали друг другу под столом. И несмотря на постановление 85-го года, в Кремле завязывать тоже никто не собирался. В Кремле, например, там происходили банкеты на Новый год, на 8 марта, на 1 мая. То есть банкетов было много в связи с праздничными датами. То там спиртное стояло. Все случилось, как при сухом законе, внедренном императором Николаем II. Когда простым людям пить запретили, а богатым и тем, что у власти нет, народ обозлился. И случилось очередное переустройство государственного строя. Распалась огромная страна. Получается, что пьяная Россия – стабильная Россия. Народ по пьяни не врубается в истинное положение вещей, агрессию выплескивает не на власть, а на смутыльников и домашних, а казна пополняется доходами от торговли спиртным. Все тихо, никаких потрясений. Так что пили, пьем и будем пить. Хотя сам я решил завязать. И все-таки смотреть на родину трезвыми глазами.